Сегодня у нас с вами собрались представители... С 13 февраля по 14 апреля 2023 года партия «Единая Россия» проводит всероссийскую акцию «Диктант ЖКХ», которая позволяет проверить и улучшить свои знания в сфере ЖКХ. Сегодня по всей стране партия «Единая Россия» проводит впервые «Диктант ЖКХ». Это просветительская акция, которая позволит вам проверить и улучшить свои знания в сфере ЖКХ. Сегодня здесь на «Диктанте» будут присутствовать непосредственно работники управляющих компаний, сотрудники администрации и молодежь Дмитровского городского округа. Данная акция проводится впервые, но будет проводиться ежегодно при поддержке партии «Единая Россия». В акции может принять участие любой гражданин России. Ее проведение поддерживают Минстрой России и ЖКХ «Контроль». Сегодня участники диктанта собрались в Дмитровской центральной библиотеке. В нашей библиотеке проходит масса различных диктантов. Ну, вы, наверное, слышите, самый популярный, самый активный в Дмитровском районе – это диктант «Победы». Но у нас и проходит другого рода. Последний у вас был диктант казачий диктант, был географический, был правовой диктант. И все дмитровчане показывают хорошие, интересные знания. Сегодняшний диктант особенный, мы уже говорили, что он впервые, да? Но интерес к нему, я думаю, у каждого будет огромен. Почему? Потому что мы живем... И мы ежедневно сталкиваемся с услугами ЖКХ. Все желающие могут пройти тест на портале «Школа ЖКХ». Он состоит из 30 вопросов по управлению многоквартирным домом, предоставлению услуг ЖКХ и защите прав потребителей в этой сфере. Вот этот диктант, он чем интересен? Он носит просветительскую функцию. То есть просвещает все население и в том числе проверяет сотрудников ЖКХ, насколько они знают свои услуги, как могут объяснить нашим жителям. Поэтому я хочу вам пожелать удачи, и вы увидите, насколько хорошо вы знаете нашу службу. Очень полезно, активно ЖКХ. И партия «Единая Россия» не зря ввела вот такой диктант. Так что будем с вами ежегодно проверять свои знания. Спасибо всем, удачи! По итогам пройденного теста каждый участник получит электронный сертификат. И, кстати, один участник может пройти тестирование неограниченное количество раз.